Цена семейного счастья. Службу опеки Орджоникидзевского района обвинили в торговле детьми. Супруги из Москвы, решившие усыновить в Екатеринбурге ребенка, пожаловались, что местные чиновники оценили положительное решение в 80 тысяч рублей. За такую сумму им пообещали ускоренное оформление документов и гарантировали славянское происхождение малыша. О торговле детьми возмущенная пара рассказала журналистам. По словам супруга, в органах опеки им сразу объяснили, в доме малютки находятся в основном дети с заболеваниями. Причем почти все они так называемые социальные сироты, которых можно лишь взять под опеку. Сделать исключение для родителей сотрудники предложили за вознаграждение 80 тысяч рублей. За эти деньги они помогут быстро и без очереди усыновить здорового мальчика. В службе опеки же утверждают, на них наговаривают, мол, все предложенные дети будущим родителям не понравились. В ситуации сейчас разбираются следователи. В связи с чем доследственная проверка организована на предмет возможного наличия признаков статьи Уголовного кодекса «Злоупотребление должностными полномочиями». В ходе проверки органами Следственного комитета опрошены сотрудники территориального органа опеки и отделения номер 1 специализированного дома ребенка. Принимаются меры к установлению и опросу граждан, которые могли пострадать от действий вышеуказанных должностных лиц, для чего направлено соответствующее поручение.